Всем привет из Германии, город Бохум, Валентина Хекман. У нас тут какая-то очередная демонстрация, посвященная непонятно какому празднику. Что-то там и политика, и искусство, короче, все-все-все и сразу. Немножко поздно выглянула. Вон впереди там целая процессия идет. Отсвечивает, правда, плохо видно, солнышко. Вон там сколько тянется впереди, целый паровоз. И, как всегда, в конце и в начале процессии машина с полицией. Всех с майскими праздниками! Сегодня чудесный день, собираемся еще идти в парк погулять. Всем пока-пока и приятного воскресенья!